Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство TecnoSpark 10. И сейчас я покажу вам, как включить и настроить мобильную точку доступа. Итак, для этого мы свайпаем вниз, и здесь, нажимая на точку доступа, мы можем ее включать и выключать. Если зажмем на ней пальчик, то перейдем в настройки. В настройках мы можем изменить имя точки доступа, пароль, безопасность. Также можем автоматически выключать точку доступа и разовый лимит данных включить и настроить. Вот, и на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.